И напоследок об опасных виражах на дороге общего пользования. Спорткар стоимостью более 13 миллионов рублей потерпел крушение на Старокубанском кольце в Краснодаре. Водитель спорткара на высокой скорости входил в поворот на кольце, вероятно, не справился с управлением, вылетел на тротуар, благо в это время там никого не было, затем вывернул на дорогу. Остановил болид бампер немецкого автомобиля. Маневр попал в объектив видеорегистратора встречного авто. Видео выложили в интернет. К счастью, пострадавших в этой захватывающей дух истории нет. Кроме машин, разумеется. Отмечу, что под капотом попавшего в аварию британского спорткара 720 лошадиных сил, авто способно разогнаться до 372 км в час.